Это тот корабль, о котором говорил Узель? Наверное. Huh?
Привет. Это позабавит на... Как хочешь. Заставь их кричать, всадник. Хватит! Хватит! Это безопасно?
Нет, ведь твои вопли словно колыбельные. Да, это сарказм. Даже не знаю, кто из вас хуже. Кто-то мог измениться с последней встречи.
слишком похотливое место, да? Ты ничему не научилась? Внешность бывает обманчива. К тому же похоть никогда не выглядит так, как ожидаешь. Что ты имеешь в виду? Определение греха – один разговор, но вот похоть – нечто совсем иное. Особенно если знать, что люди понимают под этим словом. А, похоть как сильное желание. Притом любое. У людей весьма развито воображение. Похоть может быть чем угодно для кого угодно, потому он так и опасен. Слишком опасен, госпожа? Вовсе нет. Знаешь ли ты, чего жажду я? Чего осталось хотеть в этом разбитом мире? Власти. А я-то всегда считал тебя умнее прочих. Какая жалость. Чем обязан этому условному удовольствию? Меня ведь посетила прославленная всадник. У меня здесь лишь одно дело. Нам обязательно прибегать к насилию. Ты уже заслужила мое почтение. Я тут не за твоим почтением, а за головой. Ну же, ярость. Я ведь не варвар, как остальные. Нет-нет, нам ни к чему сражаться вновь. Скажи это совету. Здесь их нет. Потому я говорю это тебе. Королеве всадников, могущественной, вооруженной пустотой пламени, крестовым клинком, легендарным хлыстом. Похоть, тебе не отвлечь меня! Неужели? Истина зачастую отвлекает, если живешь ложью. Ты говоришь так, словно мы заклятые враги. Зачем нам это нужно? Свою роль во Вселенной я знаю. Любопытно, переставала ли ты хоть ненадолго сомневаться в своей? Ты всадник. Но почему? Ты сама сделала выбор? А если так, что тобой двигало? Заткни пасть и сражайся! Ты ведь даже не знаешь, за что сражаешься, так ведь? Может, за своих братьев? О, разумеется, нет. Всем известно, что ты противостоишь им. Ты стремишься к некоему равновесию. Ты ведь и не верила в высшее благо, пока тебе это не стало удобно. Нет, нет, нет. Я вижу в твоих действиях совсем иную жажду. Жажду власти, привилегий и защиты от неотвратимого падения нефилимов. В конечном счете это делает нас союзниками. Разве не так? Позволь-ка мне ярость. Смерть? Что вы все здесь делаете? Разве нас, всадников, не четверо? Мы здесь, чтобы подтвердить выполнение задания. Задание? Другие грехи пали от моей руки. Смерть освободил войну и восстановил его доброе имя. Но что важнее, мы раскрыли великий заговор. Какой заговор? Небеса и ад втайне договорились. Начать апокалипсис раньше, чем кто бы то ни было мог подумать. Обугленный совет отправил нас всех вместе посеять смуту и там, и там. Равновесие будет восстановлено, виновные будут наказаны. Значит, все это
Мы должны сместить обоих правителей. И отмечая твою безупречную верность делу, совет постановил, что отныне ты возглавишь всадников. Тебе, Ярость, выпало начать новую эру на Земле. Ну, разумеется. Наконец-то все начало обретать некий божественный смысл. Разве? Госпожа, разве все, что ты хотела, наконец не сбылось? Оставим прошлое, сестра. Теперь мы живем, чтобы служить тебе. Да будет воля твоя! Все это ложь! Что? Ну, попробовать стоило. Думаешь, ты меня так хорошо знаешь? Разве не этого ты так хочешь? Власть и вести за собой других так, как тебе угодно. Что, если эти грезы скоро станут явью? Сперва отбрось желания других, сосредоточься на себе. В конце концов, выбор за тобой. Так выбирай. Зря ты заставил их опуститься на колени! Ну, что бы мы сотворили вместе, если бы только ты не была так упряма? Из нас могла бы получиться пара великой силы. Пусть разят небесные клинки! Архангел! О, Узиэль, я так польщен! Я уничтожу тебя, похоть! Раз и навсегда! У нас был уговор! Отступись! Из чего ему тебя слушать? Он ведь знает, что уговор с тобой и вполовину не так хорош, как уговор со мной. Нет! Я сумею вернуть твоим милым ангелочкам былое величие. Да, просто защити меня от этой ужасной женщины. Узель! Разве это не будет мигом высшей славы, когда ваше войско вернется к небесным вратам целое и невредимое? А, замолчи! И восстановит правду и справедливость в этом прогнившем краю. Твою правду, Узель. Под твоим началом. Разве не чудесно? Седьмой легион. Живой и невредимый. Во всей своей славе. Я расторгаю наш уговор. Нет, Узель! Разве не весело? Последнее ужасно щедрое предложение. Будь мудрый и прими его.
тратить время на демонов и творцов в саду. Если хочешь обрести власть, присоединись ко мне, и она твоя. Перестань тратить время на демонов и творцов в саду. Если хочешь обрести власть, присоединись ко мне, и она твоя. Ты всегда на побегушку у других. Моя метка. Присоединяйся ко мне. Подергайся. Учиться пора великой силы. Халяви. Во вселенной есть одна истина. Те, кто владеет высшей властью, неизбежно жаждут еще большей. Хоть вечно. Отвечая на твой вопрос, знай, что я был лишь пешкой. Это чувство прекрасно известно тебе. И ангелы, убившие твоего скакуна, тоже пешки. Так кто? Говори! Игроки в этой партии откроются в свое время. Что, если я раскрою тебе нечто еще более ценное? Пощади меня, я выдам тебе местонахождение другого греха — зависти. И зачем тебе это? С чего бы мне защищать эту трусливую пройдоху? Она никогда не сражалась в первом ряду. Она не познала ужасы войны. Она самая ничтожная из нас. Проводи меня к убежищу, и я дам тебе то, что ты хочешь. Соблазнительное предложение. А? Но мне надоело слушать, как недооценивают мои способности. Я сама найду остальные грехи. В душе ты был лишь бескрайней пустотой, которую невозможно заполнить. Какое разочарование.
покончим с этим. Я готов. Ах, я так не думаю. Госпожа. Обещанная похотью власть дурманит. Особенно тех, кто ведом скорбью. Преступление Узиэля может быть прощено. Один раз. Теперь я лучше понимаю, что произошло с землей и что стоит на кону. Мертвым ты мне не поможешь. Если мы хотим выжить, все мы, нужно заключать союзы. Союз? С ним? Я не знаю, что сказать. Скажи, что за тобой должок. Быть может, слово мое не имеет веса, но я обязан тебе жизнью. Если я узнаю что-то о заговоре против тебя, то дам тебе знать. Неужели ты только что пощадила презренного ангела? Он ведь с радостью насадил бы твою голову на копье. Наблюдатель ты или нет? Уж ты-то должна знать. Наше задание призвано восстановить равновесие в мире, и похоже во мне. Похоть показал мне, кем я могу стать, не тем, кем я хочу. И кем же ты хочешь быть? Ах, думаю, здесь мне и предстоит это узнать. Новым испытанием ты становишься мудрее. Чего ты хочешь? И ты, и я мучительно осознаем, как бесконечность тереницы истории действует на нас, существ столь трогательно ориентированных на одну единственную цель. Однако эти существа, по иронии, лишены всякого значения. Ближе к делу, повелитель пустот. Просто неожиданно? Нет. Даже занятно наблюдать, как кто-то плывет против течения. Ты начала лучше понимать те пороки, что прежде держали тебя в оковах. Пороки? Мне перечислить их? Нет, спасибо. Я уже насмотрелась и знаю, что их много. Вот почему я даю тебе это. Имея это при себе, ты владеешь всем могуществом незамутненной силы. Оно дрожит в руке. Не понимаю. Наступит время, и ты поймешь, когда и как это использовать. Нет, не сейчас!
Это позабавит нас, как хочет. Пока, приветствую. Пожалуйста, не спеши. Как хочешь. Пока, прощаюсь. К такой мощи очень просто привыкнуть. Не такую мощь я имела в виду. Пешим всадникам выбирать не приходится. Да, повелителя пустот не упрекнуть в тонкости намеков. Пора найти следующий грех. Ты уверен? Просто интересуюсь. По мне, так ты, возможно, слишком легка. По крайней мере, это все повелитель пустот. Если хочешь почувствовать мою мягкость, вновь усомнись в моей решимости. Просто говорю, что-то изменилось. Это естественно, думаю, после всего, что выпало на твою долю. О чем ты? Неужели мне нужно напоминать, что нет абсолютного добра, как нет и абсолютного зла? Все это человеческие понятия. Обугленный совет осведомлен об этом. Это ведь и есть смысл их существования. А, весь твой бубнеж. К чему ты ведешь? Небеса и ад тоже не абсолютны. С правильной точки зрения, они лишь две противоборствующие силы, что сцепились за власть над этим шариком грязи. Таков порядок вещей. Именно. Но почему их так занимает этот булыжник и кишащие на нем микробы, когда вокруг целый космос для исследования и покорения?
Равновесие. Да. Пока они увязли в этом ничтожном конфликте, у Великой Вселенной есть шанс остаться чистой. Это любопытный способ поиска равновесия, особенно для столь могущественных существ. Да, весьма любопытно. Если ты сомневаешься, я пойму.